Всем привет! Что мы имеем на сегодняшний день? Вчера и сегодня ребята поднимали дом. Приехали ребята у нас, Игорь Васильевич с командой на спецмашине. И они подняли дом еще на 20 сантиметров. Вот. Вот так вот выглядит все. Все стоит четко. У нас первый ряд выложен. Все стоит четко. Все красиво. Просто дом висит в воздухе. Но стоит уверенно. Вот. Вот здесь вот было проблемное место. Брус разошелся. Еще и в стороны повело. Сейчас, как мы видим, брус практически на месте. Брус на месте. То есть геометрия дома восстановлена. Все в порядке. Да, ребят, молодцы. Ребята молодцы, да. Игорь Васильевич знает свое дело. У нас был здесь только Иван. Иван провел все это дело и проконтролировал. Вот. Дом стоит. Дом поднят на 40 сантиметров. На 45 в данный момент. В данный момент на 45. От уровня ленты. От того уровня, на котором он стоял 13 лет. Стоял и гнил. Вот. Сейчас тут можно ходить. Сейчас здесь можно ходить. Я наступаю спокойно. Вот здесь вот наступаю спокойно на землю. Раньше здесь просто была вода. Но это не заслуга подъема дома. Это заслуга дренажа. Сейчас покажу. Работает дренаж по полной программе. Под домом стало сухо. Здесь еще не меняли мы обвязку. Вот, как видим. Здесь обвязка поменена, а вот здесь еще нет, потому что предстоит замена подгнившего первого бруса и потом уже обвязки, потому что здесь первый брус совсем плохой, совсем, вот он, и этот плохой снизу, вот, и этот тоже плохой. Плохой брус. А вот этот уже новый брус. И обвязка новая. Вот сюда будет подшиваться первый венец и обвязка. Вот, поэтому здесь очень большая высота. Проем получился прям буквально подвал. Как будто. Назревает мысль сделать некое подвальное помещение здесь. И это сейчас реально. Благодаря дренажу. Вот, здесь стояла вода тоже. Вот. Сейчас покажу. Вот здесь вот мы пробовали откопать ямку. Вот в этом месте. Вот. Сейчас покажу ногой. Здесь стояла вода. Вот, сейчас что мы имеем? Вот, я стою.